20 апреля в Твери снова пройдет общегородской субботник. Принять участие в нем смогут все желающие. Администрация муниципалитета составила перечень территорий, где будет организована генеральная уборка. Напомним, что 13 апреля уборка производилась на 17 территориях. Было вывезено 300 кубометров мусора из общественных зон отдыха и с придомовых территорий, где работы организовали управляющие компании. Следующий массовый субботник состоится 20 апреля в 10 часов утра. Составлен список территорий, где запланирована уборка. Вся актуальная информация будет опубликована на сайте администрации Твери – tver.ru. Общегородская уборка в этом году будет проходить в течение месяца. Точное время сбора и места проведения субботников будут опубликованы на сайте администрации города Твери – tver.ru.